Счастья, здоровья, удачи во всех ваших творческих начинаниях.
начинали. И, значит, разрешите мне от комитета по культуре и преподаватель детской художественной школы. Я, Георгий Васильевич, у нас первый директор Пеногорской художественной школы. Вручить вам шедевры европейской живописи. Насколько я знаю, не только первый, но и создатель. Создатель, да. Ну, а как может появиться директор первой школы? Не создав ее, Георгий Васильевич. Поздравляю. Я не могу. Это наши темногорские цветы. Там выращиваются темногорские такие цветы. Вашего позволения, я хочу предоставить слово члену корреспондента Российской академии художеств. Действительно, члену Академии архитектуры и все титулы, регалии не будем перечислять, это будет очень долго. Просто, Александр Петрович. Да, спасибо. Дорогие друзья, дорогой Георгий Васильевич Горшков, Георгий, это вечная обида вот, с ошибкой в жизни. Для меня это сугубо личный праздник. И как представитель цеха тяжелого, бетонного, стеклянного и так далее, со всей ответственностью заявляю, что Георгий Васильевич принимал участие в синтезе искусства. И это лучшие мои воспоминания нашей моей молодости. Но сегодня я понимаю, что приглашу ображение творческое, ринулось, конечно же, бутылку, принести ему бутылку. Но оно же остановилось на трех бутылках. Поэтому, дорогой Георгий Васильевич, на тебе три бутылки. Ваши работы, ваше творчество. Будьте счастливы. Новых выставок, новых работ. Примите мои цветы, пожелания, успехов. Всего вам самого доброго. Уважаемый Георгий Васильевич, артефакт моего господа
ветеранов войн. Решение вручить вам медицинский халат, так как мы вас считаем, значит, почти нашим сотрудникам. Значит, довольно много картин висит в нашем госпитале. И по окончанию вот этой выставки мы приглашаем всех присутствующих к нам в госпиталь. Охраняйте! Маленький вопрос, мы не уточнили. В качестве пациента или гостей? А, вот это русский вопрос. Конитива, Георгий. Это они Япона-мать тут знают все, они ездили туда. Ну вот видишь, жаловался, что не на беру работу. Ну это все, что я мог собрать. У хорошего художника работ всегда нет, потому что они уходят на камеру. Я подрал кого-то, с корня содрал. Я хочу сказать, что Георгий окончил наше училище, закончил блестяще, был первый за вот так. И его рекомендовали директора на внуку. А это тебе. Можно другой секции выступить? Я хочу тебе от души, Гоша, пожелать здоровья, можно счастья, такого же напору творческого, быть всегда таким, как говорится, в нашем строю, лидерство всегда тащить свое, как ты всегда, как в Японии, например, ты там нас, так сказать, спасал, все здесь, там, какие-то дни. Можно выступить? Можно. Большого тебе здоровья, семье, счастья вам. Любви и огромного творчества настоящего. Спасибо. Поздравляю нашего друга. Он уже не Толя, он уже Катя. Что вы говорите? Одесский. Это те люди, которые много-много лет пришли. Я вижу, что у меня друзей много, которые и помогли мне поднять вот эту непосильную ношу, эту выставку. Это только благодаря тому, что у меня есть друзья, они мне помогли это сделать. Я очень благодарен типографии Платина, которая вовремя успела сделать каталог. Я очень благодарен человеку, который встречал вас внизу. Это актер театра, оперы и балета Михаил Янцов. Я очень благодарен, что управление культуры края не могло найти время мне садиться. Но зато Геннадий Леонидович пришел, бывший начальник, и поздравил. Большое спасибо всем, кто пришел. Что сделал я? Вот нашел из сундука 71 год один такой маленький тюдик. Вот и получилось вроде как за 30 лет работы. Приглашаю вас посмотреть выставку. Смотрите, знакомьтесь. Покупаю. Хочу, чтобы не было равнодушных людей, равнодушных. Вот я думаю, что один человек хотя бы не будет равнодушным, уже будет хорошо. Спасибо большое. Выставка открыта. Да. Я хочу.
Можно не знаю, что я не знаю.